метров 40, наверное. Случайно заметил, уже прошел. Ай, болты да как кусаются. В общем, козочка убежала, для интереса подошел, посмотрел там, где она была, на лёжке никого не было. Ну и козочка вроде, ай, молоденькая размером. Вот такие заросли тут передо мной. Раньше это поле было, сейчас зарастает все. Сегодня мы отправимся в разведку на пятачков. Посмотрим, что да как. И на улице жарище. Паутов только много. Кусаются. Пока с козой сидел, за ногу так тяпнуло. Два штуки, больно. Все чешется, болит. Неприятно. Вот так вот. Что будет, то включусь. Чего не будет, не включусь. А ну как, все равно что-нибудь включусь. И это. Вот такие тут тропинки. Такие тропинки. Вот в таких кустах. Но это козликами набито. Может еще где козлику получится подойти, поглядеть. Сейчас ветер стихнет. Прогноз на сегодня поглядел. Ветра вообще практически нету. Так что из того, что вот сейчас так вот дует, скоро и его не будет. Вот так вот тут. Так что пошел я дальше тропами, тропами звериными, секретными тропами. Громко не буду разговаривать, тут могут лоси оказаться случайно. Эх, пауты ее заедают и меня заедают. Надо кофту одевать, похоже. Встала. И дальше травку кушает. В общем, я ее перетерпел. Она не смогла терпеть паутов. Отбежала. То вот старые следы пребывания здесь когда-то кабанов, лосиный след этим местом. Сейчас козел убежал в кусты. По голосу такой здоровый, здоровый. Я его так только видел. Заднюю часть его мелькнуло. Голову не увидел. Прошлый год здесь был. Здоровенный, здоровенный козлина с четырьмя отростками. Куст тут на поле есть один. С ним очень интересная история, такая смешная, даже связана. В общем, козел этот живой до сих пор. Значится. Это хорошо.
Сегодня день коз у меня. Третья коза. Козлик. Комары появились, кусаются. Так, в общем, козлик уже пошел в обратную сторону, откуда я иду. И далековато он. И надо поглядеть, какое-то движение было параллельно мне. Что-то темное мне показалось. Вдруг как раз пятачки там. Что время тратить не буду, пойду дальше. Нет, в общем, это, видимо, козочка бегом бежала. Мелькнуло, мне показалось. Что-то темное. Их там две. Жарко ей. Пошли воду искать. Меня увидела. Леса в поле, метров, наверное, 450 до нее. Тоже куда-то движет. Довольно быстро перемещается по полю. Пока на край выходил, уже сильно далеко убежала. Вылетела птичка, вылетела вот отсюда. А там, в общем, вот такая красота. Опа, молочком такие рты пооткрывали. Ладно, уйду, не буду им тут запахи оставлять, тревожить. Интересно. В общем, уже, наверное, километров у меня 8 пути. Второй козлик только. И 9 коз, наверное, я видел, или 10. Тоже до него далеко, я уже ушел, оттуда он идет. Возвращаться уже не буду. Пойду дальше, мне еще далеко идти. Ну вот очередная коза. Это уже выленившая. Красивая, рыженькая. Всех далеко снимаю, поэтому так все будет некачественно. Потому что ближе никак. У этой что-то вроде как вымя там, мне показалось.
Еще одна лисичка. Тоже их давно не видно было. Сейчас забегали. Надо лисят кормить, видимо. Дошел до саванца, до своего. Кослик где-то недалеко орет. Может, вдруг подойдет. Активность на нем пала травой, он как все вокруг заросло уже. Но соли практически не осталось. Либо просто ее всю так затоптали. Хотя нет, здесь есть. Сейчас посижу, послушаю, водички попью. 15 минут передохну. И пойду дальше. Брызги летели, наверное, слюни грязные. Вот так вот тут. Снова очередная козочка. Всем теперь буду под хвост заглядывать. Интересно же. Это я бы сказал животом. Как мне кажется. Опять коза, что ли? А вон козел был все-таки слева. Куда их столько тут? Так, ладно, идем мы дальше тогда. Еще двое сигалеток. И тоже походу козочки вот левую голову не видно. Вот так вот тут. Где-то в лесу орет огромный козел. Но на край нигде не выходит. Услышал-то он меня, скорее всего, облаивает. Но видеть он меня не видел. И чует не чует. Я думал, может, выбежит где-то поглядеть хотя бы. Ему же должно быть интересно, кто шумит. Но не выходит.